Международную премию Шарманова вручили в Алматы. На этот раз ее удостоились казахстанская волонтерская компания MedSupport и российский академик Виктор Тутильян. Участников проекта MedSupport отметили за просветительскую деятельность в разгар пандемии коронавируса. Они переводили на казахский и русский языки научные статьи и рекомендации мировых ученых, которые использовали наши врачи. А известный ученый Виктор Тутильян за свою карьеру разработал и внедрил более 300 видов диетических продуктов. Международную премию вручают уже второй год в день рождения учредителя-основателя науки о питании, академика Тореги Эльде Шарманова. Сегодня ему исполнилось 92 года. В честь этого события прошла международная научно-практическая конференция, на которой обсуждали роль питания в предупреждении и лечении ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Полноценное здоровое питание – это элемент качества жизни. Это основа, которая определяет буквально все – энергию в наших клетках, состояние памяти, иммунитет, физическое и интеллектуальное развитие. И разработки в этой сфере очень важны для здоровья человека. Поэтому мы будем ежегодно присуждать эту премию, чтобы мотивировать специалистов.